почему нашего тренера многие в городе недолюбливают? Наш тренер после какой-то игры пьяный катался со своей девушкой по городу. Ну и была авария. Девушка очнулась в больнице. Олег Боровиков, известный своим скандальным уходом из мира большого спорта, объявился в одной из школ Лесосибирска. Я хочу вам представить нашего нового коллегу. Ты ведь меня узнала? Ну, конечно, я узнала, Олег. Ненавидишь меня? Должна. Сегодня Олег Боровиков работает в качестве тренера юношеской регбийной команды. Так, построили. Я ваш новый учитель. Значит, сегодня вы познакомитесь со спортом. Начали! Олег, у вас немного жестковатая манера работы. То, что было на уроке, это всего-навсего разминка. Я им еще и половину нагрузки не дал. Скажите, вы с нами в регби будете играть? Подходи к школе в 8:30. Хочу тебя кое-кому показать. Результатом сегодняшней тренировки должен стать отбор в команду по регби. Вы пришли добровольно. Это не физра. Любителей жаловаться могу освободить прямо сейчас. Мы с вами прекрасно оба понимаем, что из этих пацанов за лето сделать чемпионов просто нереально. До свидания. Дисциплина и правила должны стать вашим лозунгом. Опоздали на тренировку – километр. Пропустили игрока – километр. Необоснованная агрессия на поле. Да поняли, поняли. Пробежали километр. А вот здесь, Остряк, ты не угадал. Отжали соточку, а уже потом пробежали километр. Yeah,